Вот мы третий раз приехали на разведку. Красивый цветок. Охренеть. Вообще класс. Как я. Чего не подтверждаешь-то? Ну, я сказал. Ну так, скромно. Да. Вот мы приехали третий раз на разведку. Есть ли грибы посмотреть. Даже поспорили вот на 1000. Я говорю, что есть. Поэтому точно проспорю сейчас 1000. Надеюсь, грибы меня не подведут. Там шепчешь, там шепчешь. Ай-яй. Дождик еще прошел, блин, пока ехали. Промочил тут траву. Зараза. Миша! Так. Все, прошли тут участок. С каждым годом он все сильнее и сильнее зарастает. Она там что-то занята чем-то никак. На меня посмотрела и не идет нифига. Иди сюда. Сидеть. Включил камеру? Да, сидеть, говорю. Сидеть. Сейчас мишек будем отпугивать. Проверять средства. Сидеть, Лина. Да, будешь бросать? Какую сторону будешь бросать? Лина, сидеть. Вау. Вот это классно. Аж это... Аж такой дым за свои идет. Вот они. Вот они, лисички пошли. Вот они. Красавицы. Красота-то какая. Наконец-то. Ну, сейчас будем собирать. Вот такие. Все, собираем. Вообще красота. Подросли, видишь, как бы так. Так что вот всем привет. Мы тут вот грибочки нашли. Первые в этом году. Ездили уже раза 3. Все безуспешно. И вот они. Наконец-то. Поперли. Первые обычно лисички вылазят у нас. А потом уже все остальные. Вот такие красивые. Почки. Красота. Вот они какие. Маленькие еще. Много их. Но. Тут немного-то есть. С картошечкой так. Пожарим.
смотри, он тоже дубок. Почему они в кусты какие-то превращаются? Какой-то с каким-то заболеванием, потому что это красные листья-то. Иван, чай бы тоже не знаю. А? Действительно, везде растут. Ага. Малина вон тут. Вот такая вот кругленькая. Сейчас бахнем. Куда, в лес бросает? Лес, думаешь? Конечно, куда еще-то не а если она попадет по дереву, отскочит в нашу сторону. Лучше не кажется, в траву. Так, давай, стой. Не зажег. Напугался, что ли? Тоже нормально. Кстати, вот зелененькие надо покупать бы. Они больше не будут непроницаемые. Нормально бахает. Мне понравилось. Довольный. Не отдаешь ты. Ну, собираешь-то. Мне понравилось. Такая красота, я вообще в шоке. Смотри. Такой пень. Вообще классный. Вот он брови ползает. Главное, стоит пень это, да, и вот он не с места. Видимо, еще где-то там что-то теплится у него. Все, прикольно. Да. Дубки. Или кустарного типа, как говорится. Угу. Значит, вот такие будут покупать. Они будут непроницаемые. Бахнет нормально. Что-то рыба. Собака рыба, видишь? Ты, мать. Куда-то не туда делаешь. Сейчас ты это... Ты не туда делаешь. Сейчас ты ее... Сейчас мы туда не выставим и вы... Там чья-то норка, видимо. Да ну. Ищи. Угу. Дина, ищи. Ищи. Ничего я не знаю, только заморалась с вами. Пойдем. Бесполезная трата. Надо попробовать взять самый маленький дубок, вот самый маленький ветросток. Вон там, допустим, посадить его дома и посмотреть, что будет. Может, ему не нравится. Угу. Может, это не дуб вообще? Дуб. Я вот побольше видел.
Я еще когда раньше тут изучал этот лес, вон кустики растут. Земляничка вон растет. Вот они. Здесь вот я. Лисью красоту. Вот она, лисья красота. Сейчас мы соберем. Они будут лежать на пустой коробке. Совсем-то маленькие, не беды. Пускай подрастают. Маяк местный. Будь тут и посеял их тут. Вот тут и посеял, да, их пашни так прошелся. Угу. Какая горох. Это называется горох. Посеян. Первые грибы. Угу. Убирайся, стоишь-то. Это только начало. Вот. Скоро полезут. Да маленький тебе собираешь. Чего маленький? Вообще не на солнышке это самое. Или припекает, или там они уже поболее выросли. Там поставила корзину как раз на грибах.
Открыл так случайно. Жизнь-то кипит. Закроем, холодно. Ягодка кислая, потому что она без солнечного света практически. Пал смертью храбрых. И хорошие березки валяются вообще. А? Хорошие березки-то валяются. Видно? Даже два таких. Бабье ухо. Под ежики уже полезли. Надо рыжиков много. Весь подвал в рыжиках. Ну, свежие, это вкусно. Угу. Тут сейчас едем. Еще посмотреть, тут еще есть. Где? Листик. Что, надоели семечки? Надоели семечки? Да, зараза такая вообще. Видишь его? Птенчик сидит. Привет. Так замер сидит. Угу. Эй.
Летать-то умеют уже, оказывается. Птенчик что? Вон. Вон это, мать у него.